идет подготовка к зиме. Я вот Валентину Олеговичу сегодня, и когда ездили, и сейчас всему подчиненному сказал, что сегодня Хакасия находится, с одной стороны, в непростой обстановке подготовки к зиме, с другой стороны, лучше, чем многие другие регионы. Сегодня пути решения намечены. Хотя, значит, роста должности текущих платежей пока нет. Ситуация, она не из ряда вон выходящая, с одной стороны, но решать ее надо, потому что она сама по себе не разрулится. Ну и хочу как бы немножко сказать так, что в принципе с некоторыми представителями правительства, да, Республики Хакасия, мы начали разговаривать на одном языке. В принципе, это уже хорошо.